Привет. Привет. Ты чего это? Собираешься куда-то? Нет, но у нас сегодня праздник. Оля, у меня день рождения завтра. Я знаю, но у меня есть повод. Ты купила мне хомяка? Смотри. А, это твои коробки. Сегодня, наконец, появились в продаже, я решила сделать тебе сюрприз. Артхаус вместо хомяка? Клево. Видишь ты. Приятненько. То ли еще будет. Я же говорила. Прикольная менюшка, да? Открывай шампанское. За самое прекрасное в жизни. За кино. Романтика. Вообще-то я, мне не видно. Отвлекаешь же от фильма, потом поймешь. Смотри меня, ты это видишь? Стреляй в них, мочите твари. Бесполезно, их не берут пули. Власти подтвердили аномальные происшествия, зафиксированные в самых разных регионах. Ожившие картонные коробки уничтожают насекомых и мелких животных. Лёш, подлей ещё. Иногда нападают и на более крупных животных. Я предлагаю валить нахрен. Срочно. Нет. Нападений на людей пока не зафиксировано, но уже пострадало несколько бездомных собак. Предлагаем вашему вниманию уникальные кадры с камеры видеонаблюдения. Грызун исчезает буквально на глазах. Мелких животных почти не осталось. Коробки начинают питаться домашними грызунами и нападать на крупных диких животных. Отмечается также рост самих особей. Они по-прежнему считаются неуязвимыми. Доктор Райнс, у нас появился один труп такого существа. Он распилен пополам циркулярной пилой. Внутри, как мы и предполагали, останки насекомых, мелких рептилий и грызунов. Есть предположение, что существа эти могут быть убиты, если разрубить их пополам. Предлагаю вооружить внутренние войска холодным оружием. Джейк, если смотри, хомяки. Руби коробки пополам, я иду. Я не дам вам своих хомяков, картонные твари. Джейк! Вообще супер, ты понял, да? Две бумажные коробки всех поубивали, даже хомяков. Оль, мне как-то не очень. Ты же знаешь, я хомяков с детства люблю. А у тебя аллергия. Лёш, ну иди сюда. Я устал, я... Лёш, повесь коврик, пусть сохнет. Я сейчас.
рождения. Классно, я себе рингтон скачала. Я и подарок так оформила. Алло. Привет, мамуль. Спасибо, круто. Лёша только что проснулся. Да, день рождения. Конечно, поздравлю, обязательно передам. У нас тоже все нормально. Лёша! Лёша, ты чего? Прекрати! Мам, я тебе перезвоню. Любишь, значит, хомяков? Я целый месяц по врачам ходила, выясняла, что на них аллергии нет. Чтобы вот так? Вот и играй теперь со своим хомяком, псих. Mm-hmm.